Такой была эта пятница глазами наших корреспондентов. Впереди выходные. Как кировчане планируют их провести? Давайте посмотрим. Мы отмечаем свадьбу, потом уезжаем отдыхать в свадебное путешествие. Ремонт делать. На дачу поедем, потом на рыбалку. Я буду отдыхать. Отработала, у меня выходные пройдут в кругу друзей и семьи. Поедем к родственникам на день рождения на дачу. Лишь бы погода не подвела. Ну, дом есть, баня есть. Проведем хорошо. Может, на рыбалку с мужем поеду? Приедут дети, приедут внуки. Все будет хорошо. Куа, акило. Лаборандо. Работать будет.